Бульон его налил, смотрите, какой наваристый бульон. Смотри, язык такой. Сейчас курицу еще дадим, остынет. Что, допил? О, молодец какой шарик. Просто малорик. Ну вот, нормалек. Фырчит. Да он просто торопится, поэтому воздуха не хватает, вот он захлебывается там от счастья. Вот так. Ну и молодец. Ну и молодец. Сейчас попозже еще курочка будет, не переживай, Шариков. Дядя мой красавелкин. Чё задумался, Шарик? Давай, укрою. Поспи немного, я тебя разбужу попозже. Читаю, Шарик, сейчас комментарии и просто фигею. Я сказал, что редкостные подонки, там, которые за тебя говорят, и за меня, редкостные подонки. В комментариях сейчас уже начирикали. Да не слушай никого, вот одно и то же, заладили. Вам ничего нельзя говорить. Одна по-божественному написала, Мария. Не оскорбляй людей, туда-сюда, там. Либо ты оскорбляешь Бога. Ничего нельзя говорить. Вот абсолютно. Хоть всех блокируй. Может заблокировать вообще их всех, Шарик. Они просто меня достали уже в натуре. Шарик до того напился бульон, что уж есть не идет. Давай, Шарик. Давай, мой золотой. Кушай давай. Давай. Ну что, не хочет, Шарик, от курицы отказываешься, ничего себе, Шарик. Идем сюда, Шарик, ну куда ты понес, ведь мне убирать, Шарик. Иди сюда, кушай там. Ты идиома.
Ой, шарик, шарик, шарик. У шарика уже сил нету кушать, короче. Еле-еле он там ее разжевывает. Сил нету кушать. Ну надо же. Ну, две упаковки выпил бульона куриного. Так медленно ест. Удивительно. Сейчас, наверное, не встанет он за другой курочкой. У меня слюни, у меня брызги со рта от слюней, не то что там слюни, а брызги. Я сам есть хочу, как волчара дикий. Сейчас вот пойду кушать. Ничего так, курочка смачная. Машинка стиральная работает. Стираю. Тоже все грязно. Ну, нормально пошла, да, Шариков? Ну, замечательно. Замечательно. Ох, и спать будешь, наверное. Ну. Ну ладно, скажет, задолбал своей камерой, дай поесть нормально. Ну вот и доел, все доел шарик, молодец какой, какой шарик, малорик. Все, давай, давай на шконочку свою, иди, иди туда, туда иди, шарик. Ну что? Шарики, сил нету подняться на эту. Иди, иди сюда. Идем, 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 Шариков. Объелся. Ну все, Шарик спать лег. Укрыть, Шарик, тебя? Укрыть пледом? Ну-ка. Если он не хочет, чтобы его укрывали, он его сбросит. Так он не против, пусть спит. Теперь все, до утра. Давай, Шарик, спокойной ночи тебе, мой друг.